Привет-привет, доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натальи. Сегодня у нас 16 августа, 5 часов 12 минут утра. Да, так раненько проснулась от грохота, такой грохот, молния, ливень просто. Как говорится, белого света не видно. За окном, правда, темно. Гремит сильно. Так что, кто просил дождика, принимайте, особенно в Израиле. Сейчас вам ставлю, покажу, какой у нас ливень. Гремит и гремит и гремит, и пусть гремит, и пусть только гром гремит. У нас все нормально, свет, газ, вода есть, интернета, правда, нет. Но, наверное, из-за погоды. Ну, так все работает, все потихонечку. Две воздушных тревоги у нас было до обеда вчера, потом все тихо было, без сирен, без тревог. Но когда мы вечером вышли с Шекелем на улицу гулять в 7 вечера, мы слышали бахи. Но не было ни сирен, ничего. Ну, глухие бахи. Вот. И ночью было две воздушные тревоги. Сейчас все тихо, спокойно. Только вот если вам слышно, гром гремит за окном. Сейчас немножечко дождик уже успокаивается. Пью кофе. Тут проснулась от грома, сердце так тыдых-тыдых-тыдых-тыдых, и уже все. Могла бы еще минут 15 полежать, поспать, но не получается. Скорее всего, Артурчик повезет меня сегодня на работу, потому что если по такому дождю я не поеду. Вчера работала до 6 вечера, сейчас много работы. Пока домой приехала, уже 6:30, пока покушали, быстро с Шекелем на улицу. Пока туда-сюда, и все, уже сил нет, спать хочу. То быстренько зашла, немножко ответила на комментарии. И все, я говорю, уже все, не могу спать, хочу, очень устаю. Надеюсь, Ирина Месилова меня смотрит. Ирочка, посмотрите, какой мы сыр купили. Напишите мне, пожалуйста, тот или не тот. Вот такой. Ира прислала мне рецепт вкусненький. Хочу его попробовать. В общем, как Ирочка мне только ответит, я приготовлю и поделюсь с вами рецептом. Вчера мы с Артурчиком попробовали первый раз арбуз. Наснимала вам, но интернета нет, видео получится большим. В общем, я его урежу, смонтирую и оставлю вам только дегустацию шекеля. Я думаю, вам будет интересно. Ребятки, хочу всех поблагодарить за комментарии. Такие теплые, такие добрые. Прихожу, сижу, читаю и ловлю себя на мысли, что я улыбаюсь. Просто вот у меня улыбка до ушей. Настолько приятно. И ты уже потом осознаешь, что у тебя меняется мимика лица от чтения комментариев. Хороший комментарий, грустный комментарий, разные. Что, ребятки, все будет хорошо. Хороших людей больше. И скоро, конечно, наступит мир. Мы еще ближе на один день к миру. Так что я буду собираться на работу. Кто работает, легкой работы, а те, кто дома, берегите свой домашний очаг. Домашней работы никогда не видно. Всех крепенько обнимаю и вам приятного просмотра нашего носика-курносика.
А ты готов? А ну-ка. Да ты не сразу. Ты не сразу. Аккуратно. О, заплямкал, как от абрикосы. Сейчас поближе. Шикиреш, вкусно? Аж по бороде течет. А кто писать будет сегодня? Скажи, пап, у нас есть горшочек. Шикиреш, голос. Голос. Громче. Иди сюда. Иди сюда. Шикелюш. Иди ко мне. Голос. Молодец. Вообще-то лает он посерьезней. Да, мышка? Все, мама. А смотрит на арбуз, понимаешь? Поцелуха ты. Все. Вкусно? Ой, и запить, запить, запить. Ай, ну, Шекелюш, скажи, вкусно? Облизывается, значит, вкусно. Шекель, 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 вкусно? Борода вся зализана. Ну, а на этом, друзья, будем завершать запись в моем дневничке. Всем мира, здоровья, всего только-только хорошего. И переворачиваем страничку, конечно, в светлое будущее, мирное завтра. Всем пока-пока!